Всем привет, мои хорошие! Здравствуйте, друзья! Всем доброго денечка и позитивного настроения! Кто будет со мной кушать, приятного аппетита! Итак, я готовила пиццу первый раз. Вы, пожалуйста, не судите меня строго. Это мой первый опыт. Так, я уже налила себе кружку кофе. И вот на такое блюдо сейчас буду выкладывать пиццу. Буду с вами вместе пробовать. Что получилось, сейчас посмотрим. Итак, идем накладывать пиццу. Друзья, вот такая пицца у меня получилась. Пицца на лаваше. Сыра, конечно, добавила много. Ну, что получилось, то получилось. Будем пробовать. И, кстати, я нашла зеленушку. Здесь у меня укропчик и петрушка в сушеном виде. Вот решила немножечко сделать такой светофор. Красный, желтый, зеленый. Давайте будем кушать. Посмотрим, что получилось. Ну что, мои хорошие, вот так выглядит пицца. Вот такая она огромная. Это уже даже получилось не пицца, а какой-то, наверное, пирожок. Но для первого раза, я считаю, выглядит очень даже симпатично. Я, честно сказать, даже не ожидала. Я думала, что очень много сыра, но оказывается, видите, получилось очень красиво и симпатично. Как считаете вы, для первого раза это нормально? Смотрите, даже ничего страшного, если у вас вот бортики тут вот немножечко такие вот получились из лавашика. Получилось, я так думаю, очень вкусно и питательно. Любимые мои дорогие, я просто сама в шоке. Я думала, конечно, все испортила. Но получилось вроде бы нормально. Всем приятного аппетита. Увидимся. Пока-пока. Кстати, ставьте лайк, если видео понравилось. Комментируйте и обязательно подписывайтесь на канал. Всех вас очень сильно люблю и желаю всем только мира и добра. Увидимся. Пока-пока.